Мамочки со стажем и нелегким опытом за плечами, уставшие от вечной бюрократии и бытовых проблем, они добились того, что наконец-то и в Волгинском районе появится филиал организации многодетных семей. Надо, чтобы получить какие-то документы, надо бегать, оббивать пороги. Чтобы получить какую-то помощь детям, допустим, на ту же школу собраться, надо бегать, оббивать пороги, опять же. А здесь мы уже будем сами помогать. Уже сами будем уже напрямую общаться уже с теми людьми, которые будут нам помогать в этом вопросе. Надежда – одна из местных активисток. У нее самой дома 6 детей, но не каждый родитель может похвастаться такой идиллией. Сегодня в Бурятии проживает 20 679 многодетных семей, и 80% из них из районов. Организация «Дари», в свою очередь, открывает третий филиал за чертой города. Конкретно кому-то нужно помочь с документами оформить, это, конечно же, информирование. Консультирование многодетных семей о наших льготах, пособиях. Адресная помощь заключается еще в том, что мы вещи, продукты питания, совместное проведение мероприятий. Также озеленение. Временно филиал будет находиться при Сотниковской школе. Определиться с помещением – первая задача для местного актива. Ксения Шабаева, Жергал Цариндашиев, новости дня и Волгинский район.